Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш любимый преподаватель и провизор Вениамин Вальдемарович. Сегодня я бы хотел вам продемонстрировать, как правильно играть и побеждать на таком замечательном герое, как Огрмаг, ребята. Сегодня мы играем на замечательном персонаже Огре-маге. У меня на нем, сказать честно, 1500 матчей, и я знаю абсолютно все про этого героя. Даже поговаривали про меня порой, то что я 20-й, ну, топ-20 Огр Дота Бафа, поэтому... Мне нравится, какая у нас четверка. Это замечательная Марси. Вот. Мне вообще пик наш очень нравится. Очень сбалансированный, хороший пик. У нас очень высокие шансы победить. Почему? Потому что у нас также в команде есть некромант. Всем привет, ребята. Читали изменения на некроманта? Ему первую способность ослабили. И еще от ульты ослабили реген. К сожалению. Нихуя ты ворвался. Но это реально минус. Да я просто почитал новости патча и подумал, блин, зачем некроманты ослабили, если... Я сегодня габой на кровать насру за это. Он и так слабый. Слишком сильный был. Ага, когда ему от ульты сделали так, то что не накладывать штраф на воскрешение, он тогда уже стал слабым на самом деле. У некроманта... Да не, да... Некрофос, не знаю, мне, если честно, он как тройка вообще в целом не нравится, потому что ноль инициации толком и... Ну, такой герой, непонятный. То есть ты вроде линию... 5 побед из 6 подряд. Не, некромант никто отличный, типа, мужик. Тебя не осуждает, мужик, все норм. Никто тебя не осуждает, чел, просто типа все обсуждают героя, ну... Мнение о герое, точнее. Надо мне, например, забрать, очень нравится Некропос, почему? Потому что он толстый. Я просто вот, допустим, на мид-позишн, сколько раз не играл, типа, с Некром, всегда не хватает вот этой инициации, понял? Типа, у тебя вроде есть кор, есть мидер. Иду из него такой себе. Слишком медленный. Не мидер Некрофос, а типа я играю на миду, и у меня тройка некр, вот. Вот я вот про тебя. Меня побили. Мне не хватает постоянно вот какого-то врыва, то есть никто не может инициировать, вы просто из-за этого, ну, да, проявляете. Да, такое, типа, станы нужны какие-то, да. Так. Это вещь такая. Мне нравится то, что у нас команда такая общительная. Кстати, это реально круто. Давай. Не успел. Ну ладно, пофиг. Так, надо с Пуджом поразмениваться слегка. А, смотри, блочит нам крипов. Ну молодец, Пудж, молодец. Ну ладно, у нас кто тут противник? Хилые Рики. Это вообще не страшно. Рикимару бьет, конечно. Это не сильно. Хотя и он может иногда проблем доставить. Немного дамажит, осторожно. Да. Будем понемножку раздамаживать Рикиша. Я цепануть-то, сука, не могу. Так, это, по-моему, ошибка была. Да. Ух, хороший, но только без результатов. Так. Ой-ой-ой-ой. Что-то нам харду нагибают прям. Там стик просто. Пофиг. Терпим. Кстати, ой-ой-ой-ой, прикольно. Вот этот момент мне очень понравился. Ох, как он доджит. Какой он, а? Как говорится, ля какой. Ну реально парень скилловый. Так, у меня третьего уровня уже напарник.
Сейчас на третьем уровне я докачиваю себе Ignite. Ребята, обязательно Ignite нужно максить. Практически всегда, только в одном случае его можно не максить поначалу. В том случае, если против вас стоит какой-нибудь персонаж, который развеивает магии. Например, Абадон со своим щитком. Либо Оракл. Либо... Да, он вот сделал на двойной стак. Прям сейчас вот. Подойдешь? Ага, задоджили. Так, и сейчас я должен буду кидать. Да просто фарми, забей, да. Тут. На. Крипы. Он-то, наверное, думал то, что поймает меня. Но в итоге он просто потерял ласку. В общем, Ignite это супер дамажащая магия, и потом она на последнем уровне мультика, что позволит? Если два раза на одного и того же попадет Ignite, он так наносит 50 урона в секунду в течение 8 секунд, а так будет это висит просто два раза больше. То есть она складывается, наслаивается. 600 маны надо, нет, ладно. И это очень мощно. Хватает чуть-чуть. По урону это намного лучше, чем мультикаст первой способности. Я танка тебе дам, держи. Ну и плюс оно замедляет, это тоже немаловажно. Оно на втором уровне уже замедляет на 22% скорость бега, висит 6 секунд, то есть твой напарник может в этот момент раздамаживать как-то этого героя. Это очень важно. Хуя контроль. Не. Да, я понимаю. Просто смысл саппорта не только в том, чтобы наносить урон, но и как-то замедлять какой-то станчик там. Заебись, что у тебя сейчас реген. Беги за ним просто. Ну, у Рикимару там, кстати, реген большой, тоже, да, его раздамаживать тяжело нам. Лучше у меня. Слушай, я хотел нормально, сказать... Нормально, ты его добьешь, хорошо, как раз. Я не помню, кто из вас, ребята, но когда вы нажимали кнопочку «Говорить», там было слышно такая, я не знаю, как сказать, эротическая музыка, что ли, у вас? Хло, это чил музыка называется, такая типа... Ну... Это называется, да, чилаут атмосфера. Лофи хип-хоп радио, ебать, вот так вот. А, я видел, там какая-то женщина типа нарисована на картиночке. Да, девочка такая, с кайфом. Что там погнаться совсем трахер, да? Да нет, просто пуш подзабайтил меня, поймал. Ага. Чем-то похоже на музыку. Фласка ученика. Надо пока фласку не выпил, убить его, родная. Убить, пока фласку не выпил. Не успеем, да? Да, не успеем. Ты, сука, дайвишь. Там чуть-чуть ДПС на самом деле не хватило. Просто он себе фласку принес, и мы бы лайн 100% проебали, а так еще больше проебали. Ну, короче, пиздец. Да не, ребят, против тайника вот так играть агрессивно тоже не вариант. Да. На донышке снайпер. Он мертвый, если снайпер не мертвый, да. Отлично. Хорошо. Тангус возьми на снайпера. Хорошо, что мы забрали его. Я сейчас стакну, ребята, тогда вам, хорошо? Снайперу нужно немножко отфармиться будет. Ну, либо на Эксу. 3, ого. 4, 5. Стак. Бля, мне здесь на Экс вообще как пик пиздец сильно нравится. Единственное, против Рики хуёво, то что это, ну, Рики тройка, типа, сложно. А так, в целом, все остальное вообще заебись. Стой, опыт получаю, крипов заберу. Ага, окей. Мне нравится то, что у меня разговорчивая команда такие... Заебись на тебя стакает, да? Вообще, ну, с кайфом, типа. Еще и, ну, умирает от тебя сейчас, вероятнее всего. Че он? О чем он говорит вообще? А вот теперь бежать, на, у него связка сейчас будет, наверное. Или он ее не даст? Пуч идет в мид, сука. Осторожно, пуч идет в мид забирать снайпа. Стан надо хуя. Да, ну их, в принципе, контроля много, типа. Тебе надо его бить. Бей его. Давай, снайпер. Угу. Сделай стак тут, я сделаю тут. Не, а нет, пиздец. Оба сделай. 53-е, 55-е.
Понятно, блядь. Бей его, ты его убьешь, ты под бафом. Ты под бафом, он твой. На, какой же ты молодец, ты реально хорош. И вот это тоже хорош, на самом деле. Он передавил, он по таврам, все, он мертвый. Хорошо. Молок, слушай, ты молок. У Найкс, у тебя все хорошо, шоколад? Помогите, чем помочь? Денег на карту скинь. Да, я тоже это хотел сказать. Деньги. Куда деньги скидывать, как говорится? Стану примерно на 5 или 6 секунд, да, типа. Так, ну чё, к Найксу можно будет сгонять, конечно, помочь. Пуч зашел в наш лес, ребята. Осторожно, Найкс, возможно, к тебе пойдет. Кстати, вы не поверите, но я, вот говорят, денег на карту, у меня даже и карты нет никакой. Вот так вот. Чё говоришь, на работу? Не ходишь на работу? Нет, я хожу. Работу на... не ходишь? Я хожу на работу, просто я не пользуюсь картой. У меня нету обязаловки на работе карту. Деньги перечисляю. Давай быканем, пацан. Давай быканем, похуй. 5 секунд надо. Он мертвый. Должен быть. Так, у Найкса армлет есть. Отлично. Все отлично. И Раста, вероятно, стак выходил. Поэтому сходи еще раз стак забери. Нет, странно, ну ладно. Да, может там. Да, точно там. Так, этого бандита, на, убил. Я догоняю. А этого... Нет, не убьет. Убегай. Крипа. Хорошо. И ушел. Уйти. Крипа, уйти. Знаю, крипа, все хорошо. Отлично. Какая тварь. Ай! Вот подонки, а. Ну, Рикимару реально плохой. Вообще, стаки забрали, да? Шикарно. Не, мне можно пиздец. Нам надо подумать, что с Рикимару делать, потому что это один из самых противных. Спасибо большое. Замедляльщиков таких вот. Так, я сейчас стакну. Я стакану оба. Ой, тут раз-то. Страшно. Так, стакнулся. Ну, нет, оба. Там погнаю, нет, не надо. У меня напарник просил варды, но у меня нету белых вардиков. Я не знаю, как ему сказать. У меня апсов нету на Икс, поэтому я могу тебе сентрик поставить. Я поставлю, у меня летит опс. А, хорошо. А тут кто стаки забирал? Кто-то забирал тут стаки из наших? Снайпер, возможно, да? Снайпер, да, нет? Блин. Враги забрали, значит. Да, обидно, конечно. Ну ничего, на снайпера я сейчас покидаю баф. Так, на топе начинают вышку бить. Но, ребята, можно дефнуть на самом деле. У нас глиф как бы есть. Можно. Так там змейки и 4 типа тела. Нам некор нужен. Некор с ТП. Хорошо, давай. 5 чека. Змеек, да, надо поломать. Давайте просто змеек поломаем. Вот это вот. Куча золота. Вот так вот его. Хорошо. Пуджа, то есть. Вот двоих отлично. Забрали, вот дальше, тут третий. Дальше. Рики, третий, здесь, Рики, да. Рики, парни. Где Рики? Я просто в лицо получаю. Здесь. Дал сентри. А, он ушел, все, забейте. Не, пыль надо сентринил. Ушел. С меня ништяки. Найкс, к тебе, возможно, кто-то подкатывает. Кто-то противный. Бля! Нормально, там рейдж хоста, не ошибется. Спасибо большое. Марси хорошая. Мне интересно, она на жирок должна собирать или как? И будет ли она собирать на жирок? По идее, должна.
Ну потому что иначе какой смысл ей? Ну, типа, кто она? Она же инициатор. Поздно, нет? Ладно, уже поздно все. Да, Марси это чистый инициатор. Там Рики чуть рядом был, вот здесь вот Рики бегает. Я могу его, типа, вообще, ну... Ладно, ничего не могу. Ну, под центриком бегает, ага. Так, опа, раздамажили этого пацана. Так, надо ману восстановить напарнику. И на Найкса кинуть баф. Сейчас кинем. Так. Можем ты один в меда все вместе, ребят? Опа. И погну заодно заберем тебя. Ух ты. Под вардом единственное. Под ЖК убить. Я вроде бы живой, нет, не живой. Так, пойдет. Блин, маны нету. Надо бы уже покупать себе сапог. Так, вот эту штучку съедим и сапожок сейчас возьмем. Так, вот этим парнем можно, в принципе, будет стакнуть потом тут разочек. Чтобы не отвлекать основного героя. Что-то куда-то в другое место идти. Да, так и сделаем. А можно одним сюда, другим сюда. Так. Все. И этим. Все. Отлично. Свою работу иллюзия выполнила. Да, и у меня получилось стакнуть. Там ребята много стаков. Снайпер, я тебе попросил подходить, подойти, забрать. Заберем. Так. Ну сейчас уже все хорошо. Стаки собрать. Подж, поджама же убить. О. Иллюзия, о, у меня этот. Я еще last hit нанес, как будто бы якобы, да? Аго пугнул? Я догоняю ее. Так, там напугну, ребята, пошли. На! Хорошо. Скелет убил скелета, кстати. Спасибо. Дед. Да-да-да. Дед? Мид. А. Пишет, странный ты огр. А почему странный? Чё странного? Да не, я думаю, я могу это объяснить. Подойди на игре, пожалуйста. Подойду. Угу, спасибо. Чё он говорит? Ты странный. Где я странный? В каком месте? Ну, я на самом деле тоже слегка заметил. Сколько лет тебе, мужик? Ну, ты можешь нажать... Гопожа. Можешь нажать счет, посмотреть, я там на картинке нарисован. На возраст сам угадаешь. Ну, вот я об этом, типа, да. О чем? Ну в том плане, что мало, типа, в возрасте людей в дотку хуярит. Что значит, там что значит в возрасте? Ну не в возрасте, ебать, понял, но типа... Не 90, ебать, лет, конечно, но... Ну да. Под 50 ты имеешь в виду? Ну, 45 хотя бы, вот так ебать. Вот я скажу. Мне не 40 лет, дружище, мне 27. Не, не поверю, мужик. Вы знаете, ребята, я работаю преподавателем медицины на английском языке, у меня есть YouTube-канал. Медицины на английском языке? Медицины на английском языке. Так вот. А ну скинь каналчик, я гляну, мне интересно. Напиши просто мое имя, Вениамин Вальдемарович, там я сразу первый выйду. Если честно, я прямо сейчас записываю видео, я гайд на агро делаю.
Нормально, тема. Так что, ребята, мама, вы я себя... на YouTube, что ли? Чего? Вы, ребята, себя увековечили на этом видео. Так бывает. Ну, это реально прикольно. Так я не понял, странность-то в чем заключается? Типа, чувак говорит, ты странный. Потому что я не кричу, как ну, я... Ну, он имеет в виду... Ну, то есть, это на самом деле не так просто объяснить, но по говору, по манере речи, по тому, о чем ты говоришь и прочее, вот это вот. А, вот, понятно. То есть, я просто не выгляжу, как типичный обыватель Доты, там, мамкоёб, который всех ебал в очко и в жопу, ну, да? Не обязательно мамкоёб, на самом деле. Просто, типа, ну, обычно да. Микрочел. Награйдут. Ля, беги родной, нет, не я убежишь, понял, наверное, короче, что вы имеете в виду, ребята, это называется не странный, это называет, это можно назвать каким-нибудь другим словом. Уникальный. Уникальный, да, но странный это когда что-то в плохом смысле, понимаете? Ну, конечно, да, 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 поэтому не, на самом деле не обязательно, но... Ну, без вылюбленного. Это обязательно, странный это обязательно в плохом смысле. Почему? Вот, например, в английском языке есть понятие, есть слово запах. Вот скажите мне, ребят, в русском языке запах это как? Это хорошее что-то или плохое? Смел. Да, смел. Хуй его знает. В общем, непонятно, хорошее это или плохое. А в английском, ну, так же, как и в русском языке, есть понятие смел, а есть понятие scent. То есть есть запах, а есть аромат. Аромат, он не может быть плохим. Тыкни просто хорошо. Вообще. На эти мои кнопки всегда. Ну и так вроде пойдет, да? Я на реке чудо сдал. Так, mm-hmm. Все, мы троих бомбанули. Ты добегаешь, да. Mm-hmm. Блять. 4 секунды, я тебя бусуну по скорости. 4.02, там туда. Такой рикич, кстати, если честно, задрот. Так, нужно вот так как-то сделать, наверное. Оп. Я сейчас дам тебе кнопку, если нет, не успею. На меня. Мне надо выйти. Я вижу. У меня рейндж маленький. Ой, хорош, да. Лучший. Если честно, я видел какой-то скин на Некра, там у него, типа, блин, такой некр появляется, он прям косой пожинает души врагов. Пам-пам. Это урона, пиздец. Да. Ну просто тайник сейчас жесткий, на самом деле. Так смешно ты сказал, ты на-на-на-на не похож на микрочелика. Блин, это так звучит на самом деле для меня уже странно. Это микрочелик, что это такое? Микрочел. Микрочел, как будто микрочелик, микрочленик. Но я слышал такую фразу от Папича, то что все используют, типа, а микрочелик, челик, микрочелик. Ну, да. По-моему, ну я не буду, конечно, говорить это на видосе, но если человек смотрит Папича, это тоже, возможно, повод называть его не таким, как... Ты как врач должен знать об этом. Каждый врач должен знать об этом. Нам нельзя там драться, мы подвижным здесь. А чё, ребята, себе немножко тоже расскажите. На самом деле Папич, хоть и в том числе странный, но гений, ебать. Имхоп. Наверное, если человек, если был бездарным, он бы не смог вокруг себя большую аудиторию собрать. Ладно. Я, ребят, хотел узнать, вы чем занимаетесь тоже? Ну, кем работаете или учитесь на кого-то? Бля, пиздец, Станов, я не могу просто из контроля. Ебать, какой у нас этот снайпер? Не. Не работает так. Да и не сказать то, что там пуч какой-то гений. Что-то... Да нет, ребята, не можем мы проиграть. Свежего на реке Рома нет, он просто заходит. Он просто заходит, он ничего сделать не может. Но если кроме шуток, у нас проблема сейчас, я думаю, в том, то, что у нас... 12.06, чувак, 12 уровня, тройка. Я думаю, у нас проблема в тройке, то что она не жирная. Ульту недавнему. Как бы там есть небольшой рассказ, на нее не успеваю дать. Хотя он собирает себе шмотки на толстость. Я не знаю, в чем проблема. С
Сложно. Да, если честно, сложно играть против этих пацанов. Даже если моя команда сейчас предложит смог, я откажусь. Гуля, точно уверен, что сатаник? Может, сперва какие-то подешевле статы? Типа сек какая-нибудь? Или мы не дожили сатаник? Я вот просто тоже боюсь этого, на самом деле. Какая-то Саша хотя бы на файт уже хорошо. Нам нужно сейчас два файта выиграть хорошо. Два файта. Ну, нам в любом случае надо драться под объективом, типа, и что-то. Да, тратить. Я согласен. Вот мы сейчас нажали. Ой! Здесь Рикич. Пукич! Он нашел к себе в лес. Паджик есть. Пиджер. Не туда немного. Не надо дальше продолжать, далеко уже. У нас пугна в спине, давайте просто пугну вырежем. Очень быстро. Хасу, бля! Или нас зажимают. Нет, там дохуя, все, мы рип. Там супер дохуя как-то. 4-5 деремся постоянно, мы не выиграем так. Ну да. Пини уже просто со станом хотя бы какой-то импакт. Они опять поставили вард. Ничего страшного, этот центрик от сука дотягивается, по-моему. Хотя хуйня. Да без разницы, они еще должны центрик потратить, чтобы туда наверх что-то поставить. Да нет, вот этот клоун просто поставит доп-центрик. Не разговаривайся. Ребят, не забывайте с собой досты носить. Это важно. Блин, снайперу сейчас по морде не дадут случайно? Снайпер, тебе вот так не дадут случайно по лицу? Вдруг там он кидарет на тебя рикише? Да все равно. Они все собирают ШБ. Блин, это очень грамотная тактика. Побольше ШБ собирать. Не думаю. Ну почему? У нас всего есть 10 центриков. Ну потому что все 5 ШБ, все 5 ШБ. Контрится, во-первых, с антивардами, во-вторых, дастами. Ну что-то мы пока мы не можем законтрить. Мы просто сейчас заобжектим вот эту территорию в центре. Да ну, типа, мы их ставим супер неграмотно на самом деле. ХГ, идем на ХГ, сейчас они в атаку пойдут. Так, Найкс, осторожно сейчас, бро. Блять, Так и есть. Ну это пипец, они очень жестокие. Просто сбривают. Не думал то, что меня будут так сбривать. И там Рики, кстати, один из самых жестких дамагеров. Так, ну чё возьмём? Особо ты не разгуляешься с таким количеством золота, но вообще, по идее, надо вот так брать. Линза для того, чтобы... Ну, они вниз под Т2 стягиваются. Издали кидать, и, кстати, надо... И, кстати, нам надо если его... Если кто-то сейчас дефать. Сюда, вот в эту сторону. Да хуй его знает, может быть. Ученика едис. Сейчас будем 4-5 драться, опять пробежимся. Ну, ульту кидай, да ульту, ульту! Молодец, ты хорошо. Просто гений, я просто обожаю тебя, вот серьезно. Я ничего не сделал. Ты ничего не сделал? Ты ульту кинул, ты выиграл игру нам сейчас, только что. Вот этого баклана! Хо-хо, ха-ха, отступайте, просто отступаем. Все норм. Пока что. Пугну бы бахнуть. Так тут все мертвые. Так надо, ты беги за пугной, давай, враги. На! Да ты что творишь? Все хорошо, мужик. Ох, чувак, ох, какой же валидольный этот. Все в порядке, говорили они, да? Конечно.
Безрыки нихуя не могут. Блин, ребят, сори, то, что я так прямо на повышенных тонах говорю, просто реально прямо это переживаю очень сильно за нас. Это всего лишь игра. Не всегда так получается. Кстати, смотрите, некро что собирает. Некро собирает себе Сейндж и Каю, да? Может, у маны хватало и магический урон. Носит. Уходи. От магического урона. Тут вражеский вард. Мы по варду идем. Давай отступим, бро. Блин, ты в следующий раз тоже все варды, пожалуйста, не забирай, потому что вдруг тебе по башке надают, и перекладывать варды потом будет неудобно. Лучше бы фурстав собирать, чем? Тут вижен, вот тут. Молодец, убивай, некр. Ух ты, на меня какой-то бафчик даже действовал от тебя. На вампиризм, да? Нет, на скорость бега. Я, кстати, заметил то, что в последнее время реально часто добавляют герои. Dark Willow, еще какая-то параша, Grimstroke, Marcy, Primal Beast. Реально, куда столько героев? Вроде и так все герои классные. Я хочу, чтобы забытых героев реанимировали просто. Вот и все. Зачем новые, когда есть забытые, хорошо забытые старые? Правда же? Брюмастер, например. Сделайте его жестче. Правда же? Ну, он на самом деле сейчас хорош. Он хорош, только на нем играть тяжело. Пианино настоящее. На самом деле нет. Там 5-6 кнопок всего. Ну, 5-6 кнопок. А вот у Огра 3-4 кнопки. Так это, ну, мало. Это же... Ну, это же типа как на папиче райт-кликом играть. Ну, хотите, примерно. Да, пусть они сами заходят. Помогите. Беги. Я бы сказал, что форсик нужен, но все-таки я не думаю, что из одного Рикимара мне нужно собирать форсик. Нет. Форсик нам не нужен. Осторожно, если тебя ловит некр, если тебя ловят, то... Нажимай вот эту парашу, Hood of Defense. Худ, шипы. Как-то ты близковато подошел на самом деле. Нормально, разменяемся сейчас. Ну да. Рики главное забрать, парня, это очень важно. Рики мертвый, выигранная игра. Но Найкс не выживет уже. Все, гига. Пиздец. Вот там ДД на тени. Тут новый. Но я нажму байного. Не думаю, нет, ребята, мы, конечно, хорошие, но там просто мы. Там у нас ошибки глупые. Стоим толпой. Что-то такое. Охренеть! Воу. БКБ не собираем, когда надо собирать БКБ. Я байбек не буду жать. Пока что. Давайте, ребят, подождите. Ты близко подходишь, не крач. А чё ты шипы не нажимаешь, когда тебя ебут, некр? Скажи мне, пожалуйста, вот, типа, прожать бы шипы? Ё-моё, ну хоть так, давайте, всё, я воскрес, всё, идём по морде им. Охренеть. Ну давай, играй. Ну, куда ты подошел? Какой же ты странный мальчик, я? Я не знаю, просто я в шоке. Не, ну... Там еще и дальность. Убейте, пожалуйста, Расту, ребята. У него дальность, бешеная дальность. У Расты. Законтрите Расту. Ну вот, как-то так, да. Что-то шипы какие-нибудь. Блядь. Трон от змеек падает, снайпер. Да не упадет трон от змеек никогда.
Ну, добить их надо. Ну, надо, надо, но на отрегене, в принципе, ничего страшного. Ну, конечно. Не, я хочу сказать, ребята, давно таких потных каток не было. Прямо очень потные катки. Там не дохуя урона вносит. Я согласен, он я вот что подумал, на Найксе, дружище, ты ж по сути умираешь только под тучкой Рики, а что если тебе БКБ собрать, типа, это а что, он... нормальная тема. Да-да-да, кстати, Найкс, у тебя мифриловый молот уже есть, давай ты это, реально переобудешься в БКБ. Ну, скажем так, враги играют хорошо, без шуток. Кстати, а под тучкой можно ли нажимать артефакты, или он себе талант какой-то вкачал? Конечно, конечно. Можно, можно, можно. Там таланты разве он себе не брал, который закрывает эту возможность? Талантов нет там на такую хуйню. Насколько я, по крайней мере, ебать, играю в доту, помню эту. По-моему, что-то такое есть, потому что, серьезно, последний раз я вот смотрел, Некру кинули тучку, и я ему кричу, прожми, прожми шипы, а он не может. Нет, нет, там ничего, нулик просто, да, скорее всего. Нулик. Но если там нулик, то дерьмо. То он бы снимал с Некра второй спел, но там нету нулика. Ну да, 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 он же не запрещает предметы давно уже тоже. Да, ну Некс мертвый, скорее всего. Не убежит, наверное, нет. Ну Некр, отходить, все, тебе корышка. Некор, отходи. Чё, нам гем тогда нужен, получается? Да не, ну всё, кранты ему устраивайте. Всё, пойдёт, пойдёт, ты невидимка. Нет, нихуя ты не невидимка. Отойди, 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 братанчик. Ага, блядь, как же ты... У меня кнопка, когда я не могу прыгнуть, помочь тебе ничем. На нас просто помочились, понимаешь? Нет, бля, мы играем хорошо. Прекрасно. Слушай, если я кину баф на трон, нормальная тема? Подойди к ним просто, подойди к ним. Я подхожу. Подойди, я прыгну туда. Осторожно, этот крысёныш! Стан надо, стан нету дать. Нету стана, нету стана. Понял, ну ничего страшного. Ну я кинул баф на трон. Да, это не поможет. Ладно, спасибо за игру. Поможет, поможет. Ребята, смотрите, трон дефается сам. Ладно, ребята, спасибо большое. Я ссылочку на свой канал кину, если вы не против. Они нормально поиграли. Ребят, ссылочку кину. Ну, как всегда, в своем репертуаре с ссылочками банчу. Нужно поставить всем лайк и поблагодарить за игру. Спасибо вам большое, ребята. Возможно, мы и не выиграли на игре, но вот именно так нужно играть, чтобы выиграть. У нас просто Некр 9-15. Найкс без БКБшки. Ну и враги, на самом деле, 16-1. За обуженные пацаны. Так бы мы выиграли. То есть средних противников, вот играя так за агра, ребята, вы без проблем уничтожите. Спасибо вам большое. С вами был Вениамин Вальдемарович. До свидания. Побеждайте.